Как трудно в наше время быть Данаей. А раньше что? Лежи себе, лежи. Теперь на службу по утрам нестись должна я. В метро с толпой делать виражи. Работа, дети, муж, уборка, кошка. Когда лежать? Сплошная суета. Данаей я завидую немножко. Лежи от себя. А может, неспроста? Быть может, поясницу прихватила. Да что гадать, я так себе скажу. Сегодня я Данаей быть решила. Пусть пыль лежит. Я тоже полежу.